Время 11 утра. Рыбаки достают наконец свою сеть. Они доставали ее, наверное, около часа, может больше. Как птички сбегаются люди посмотреть, что они там поймали. Сказать, что богатый улов. Ну, честно говоря, конечно, из такого океана мелочь пузатая это называлось у нас в детстве. Мелочь пузатая. Из такого океана достать такой мелочь. Тяжел труд рыбака, оказывается. Тут нам рассказывали, что рыбаки, которые ловят с берега, это мусульмане. А если присмотреться, то по берегу разбросаны рыбацкие деревни. Это те, кто уходят раньше на лодках. Это христиане. Христианам повезло, потому что, вступив в христианство, они получили, помимо духовных ценностей, они получили еще правила навигации. И поэтому могут ночью по звездам уйти в море, наловить огромную рыбу, а не такую, вот как вот здесь вот ловят. И, соответственно, преференции у них были большие. Ну, со временем мусульмане, конечно, тоже поняли, что такое навигация по звездам. Но было уже поздно. Христианство в экономическом плане выиграло. Рыбаки-христиане ловят гораздо более здоровую рыбу, чем рыбаки в мусульмане. Сапчики белые пришли за рыбкой. Им тоже что-нибудь достанется. И весь кэтфиш уходит кошкам и туристам. Все хотят рыбки. Воронки тоже. You can go up. Go up. Okay. Walking, coming here. Okay. Мы пришли сегодня в порт. Мы идем, разинув рот. Кальмарчик прямо раскинулся. Наверное, собачка здесь очень вкусная. Она очень, очень много у нее всякой еды. Вот такие спят и костлявые, да? Вот в чем и дело, он костлявый, понимаешь? Ага. Он маленький, он здесь в косточках, мы затрахались, когда маленькие взяли. Ага. И там вот все время в зубах что-то. А большой, у него мясистая часть больше и вкуснее получается, прям жуется хорошо. Тут живут счастливые вороны и собаки, да? У них столько еды всегда. Мы идем, разинув рот, Вот, биржа, это биржа. Вот лодки, рыбаки приходят с лова, возвращаются с лова. Экипаж уходит чинить сети, играть в карты и отдыхать. А бригадир с уловом идет туда. Вокруг собираются оптовые покупатели. Это все оптовые покупатели. Да, пойдем посмотрим. У бригадира в ногах лежит улов, и он объявляет стартовую цену. Ага. И вокруг начинают его, ну, набавлять. Аукцион самый настоящий. Прикольно. Пойдем послушаем. Можно снимать-то? Я не пробовал. Дальше можно. Вот тетка что-то купила, перед ней на песке лежит он. Красные окуни. Красный икор, да. Вот тетка предлагает тебе слева. Ну, он старый, видишь, он засох. Старый, да, да. Бригадир в синей майке, 10-й номер. У него в ногах лодка. Последняя цена. Цену повторить. Вот улов. Кто-то выторговал это по оптовой цене. Это уже куплено, если на песке уже куплено. Уже склад. Вот он складывает, все. Он выторговал это. Вот красные продают. Очень красиво.
тунец, смотри. Вот тунец. Ну, а рыбаки, которые привезли этот улов, получат, конечно, не очень много денег. Всегда маркетинг получает больше, чем производитель. Рыбаки – это значит христиане. А вон, да, Христос. Ну, если они на лодке плавают в море, то, скорее всего, это христиане. Долго продают тунца. Видимо, он дорогой, кстати. Вот этого отличного тунца купила женщина в желтом платье. Ее мужчина отстегивает. Примерно 2500. Торг продолжается, торг. Так, тунца продали, пойдем дальше посмотрим. Чем у нас здесь торгуют? Какой-то красной мелочью. Мелочь продают быстро. Интересная биржа. Барунков здесь раздолье, наверное, на бирже. И собачкам неплохо. Все счастливы. Под ту стоит большой Христос. Всем лишним, практически всем, очень тяжело поверить. То, что мы пешком отсюда поднимемся наверх. А, рикши вот не хотят верить, что мы пешком отсюда поднимемся наверх. Чем выше поднимаешься к церкви, тем увеличивается благосостояние на глазах. После этого рыбацкого порта трудно в это поверить, но там будет бутик дорогостоящей одежды. Вот статуя Христа. Он смотрит на море, вниз, а не вдаль. Смотрит строго на рыбаков. Красивые коридорчики. Туда-туда. Рыбаки здесь живут, да? Это все рыбаки, да. Ну такие поднявшиеся, да, какие-то цирки? Ну, некоторые уже, может, знаешь, что из рыбака выбился в торговцы, знаешь, пошел карьерный рост. Но в целом, да, рыбаки, конечно, все христиане. Милано. А, бутик Милано, да, нам обещали. Мальчик неприветливый, не говорит хеллоу. Рыбаки христиане. Церковь называется Lady of Good Voyage. Вот она, в лодке. Это рыбацкая церковь. Lady of Good Voyage? Lady of Good Voyage. Леди счастливого пути. Субтитры сделал DimaTorzok.
എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. Вы посмотрели службу в церкви «Леди из Гуд-Вояж». Налогом с которых страна покроется сетью больниц и детских садов. Каждый житель получит видеомагнитофон. Да. Вот, пожалуйста, строим порт глубоководный на самой оконечности полуострова Хиндостан. Все сюда идущие из Африки в Малайзию и Австралию будут останавливаться здесь, пополнять запас пресной воды, пищи, саживать на борт провинившихся членов экипажа. Ага. Вот. И наверняка будет хаб для туристов, чтобы они здесь пересаживались, покупали здесь бухло, да. Поскольку много мусульманских штатов, поэтому очень важно, чтобы был такой хаб для туристов. Да. Трудно купить, потому что спиртное, в принципе, в Кирале. В конце концов, мы прогнозируем быстрое развитие пиратства. Как только в регионе начинается. Ну, Сомали через море там. Сомали там. Вот если присмотреться, там клешня, там сидит рак-отшельник. Нашел на глубине такую штуку, в маске плавал. Очки еще нашел чьи-то. Тоже принес, тоже добыча. Рак-отшельника сейчас отпущу в океан. Пусть плывет. Пусть живет своей нормальной жизнью.